Бум! Всем привет, друзья! Сегодня мы будем играть в Майнкрафт, в строительство мира, там где строим свой мир. Это уже третья часть. И самая первая постройка, которую мы построили, это танк. А почему он стреляет? Что-то тут не в порядке. Привет. А у нас тут туса. Динс, 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 динс. Эй, что ты кокаешь? Туса, туса, тут, ту, ду, ду, тут, тут, да. Это же если захотите. А ты в чем мочишь? Назаритовым мечом? Я обычным мечом. Назаритовым? Да, ладно, Миш. Всем привет, ребята, кстати, вот. Да, всем привет. Я тут опять в этом третьем выпуске, да, вообще прикольно. О, кстати, самый домашний — это назаритовый топор. Он вообще свинюшек с первого раза выносит. Тынс. Чё давай, Миша, не спускай себе свинью, Миша. Пошли давай, спускаться. Нужно истребить свинюшек. И потом моему каналу прилетает бан за насилие. За уничтожение свиньи. Все. А, еще одна. С мыслей. О, дождик пошел. Бан давай, Миша. А ты знаешь на изменение погоды? Вот. Я вот знаю. Да, знаю. Визор клин. Клир. Ну чё, погнали, Макс? Что мы тут танчим? Вот, чего жить нам не вот танк — это такая постройка, как вот обычная машина смерти, только зацикленная, она вот стреляет. Да, вот отсюда, вторая постройка. Вот Миша тут посветили, или это уже было? Ну, кстати. Да. Миша тут лифт построил, вот все, Миша, все занято, лифт больше есть пока. Эй, Макс, ты куда? Смотрите, он едет на лифте. Поршни толкают его. Я еще тут стекло поставлю. Вот это первый лифт. Этот лифт поднимает нас на высоту 39 блоков. И тут такая вот мини-квартирка такая. Ну, я в ней живу, в принципе. Ну, это моя квартира. И там есть, моя. Вот как вы видите, есть лифт на высоту 256 блоков. Он нереально долго поднимает. Да, и тут еще Миша железную дорогу построил. Какую еще железную дорогу? Вот я тут немножко озерчиков сделал, украсил. Миша, ты же еще забыл, ты построил на 256 блоков. Или это мы уже попали? Ну вот. Лифт на 256 блоков. Алмазная мотыга. И, например, морковка. Смотрите, что я тут сварганил. Например. Что, например? О, можно свинину посадить? Садись на нее. Я, короче, поднимаюсь, в принципе. Мне не так хорошо. Смотрите, друзья. Вот свинина. Включатель сзади. Заходим назад. Вот вы запомнили, как это морковка? Включаем. Отходим и... Бум! И морковка выросла. Вы спросите, как? Все просто. Блин. Все просто. Да нет. Все очень-очень сложно. Тут просто есть костная мука, и все. И этот механизм зациклен. Я просто, вот кто циклит, хотите, берите любой блок, на этот блок ставьте редстоун, вокруг этого блока на блок перекрытие. Все, Миша, я пошел с 256 блоков вниз на лифте. А, ну, короче, к концу ролика Макс прибудет. Откуда? Сверху. А, прибуду? Да, Макс. Ну, Миша, можешь проводить там дальше, все, что вот смотрите, вот, например, вот озеро для пруда. Лучшая удочка в мире, у которой дохрена эффект. Тягун 3, приманка 3, везучий рыбак 3, удача 3, добыча 3, эффективность 5. Лучшая удочка в мире. Бум. Вы помните, вот за сколько время я вот в обычном выживании Майнкрафт ловил рыбу? И смотрите, вот здесь же намного быстрее она ловится. Что-то сейчас долго. А что оно так долго сейчас ловится? Аж быстрее. Ну, мне же просто не подфартило в этот раз. На ролик.
Все, удочка, лучшая удочка в мире. А Миша, я еще спускаюсь. Да, о, вот видите, Макс там еще половину не спустился. Что, реально я половину еще не спустился? Да. Ты еще высоко. А ты, нажми, а ты нажми на F3 на какой-то высоте. F3? Смотрите, например, какое-то помещение. Вот есть портал ВАД. Я на высоте 112, 111, 108. А вот портал в Эндермир. Видите, два портала. Ну, короче, я сейчас на 100 блоков высоты прибыл. Да, чуть больше. Вот я в Эндермире. Телепорт. Ой-о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 й-
Ты что мне в интернет ты поехал? Я тут себе спокойно спускался, а блин, а ты что тут сделал? Ой, а как теперь в обратный мир без кого-нибудь телепортироваться? Я не знаю. А го в эндер-дракона победим? Ну да, Миша, но тебе в этот раз придется... А, кстати, я увидел, что все как... О, Миша, ты так колбасил. Ну, короче, ему все эти кристаллы вынес, когда ты так не нравится. Эй, чего не вес? Сейчас я, Макс, кое-что сделаю. Убил. То есть ты убил нас обоих, кикнул. Макс Геймер Плей убил. Убить Макс Геймер Плей. Да ладно. О, привет, житель, чем торгуешь? О, кстати, а можно взять стак изумрудов? А что если взять стак изумрудов? Берем стак изумрудов, можно все у жителей покупать. Да. Миша, зайди под лифт. Ну посмотри, меня сейчас предают. Под какой лифт? 256 блоков, который? Нет, под обычный. Все, ты пропустил самое интересное. Когда тебя придавило, и ты вылетел. Миша, я не понял, что тут дырень? Так, Макс, что-то мы увлеклись. А, ну да, в принципе. Да, короче, тут Миша сделал озера. Озера, озера. Он еще сделал какую-то там ферму, но он показывал. Здесь я хотела сделать для мобов, но в принципе не получилось, тюрьма мы уже показывали. Вон усовершенствовали, да, согласен. Танчик и вон комнатка с порталами. Вот, ну, Миша через нее как раз телепортировался, да, Миша? Да. Ой, я кнопку там вот моя ферма. Так. Ну, в принципе, в этой серии чуть-чуть поменьше нового, потому что эта серия... потому что третья серия, в принципе, идеи нет. Да почему я подыхаю? Почему я подыхаю? Кто мне скажет? Не, я вижу, что ты не убиваешь. А что за дичь? Это дичь. Миша, может, ты сам себе теряешь? Так. А еще около тюрьмы, да. Макс, тебя... Мне кажется, что... На этом деле кто-то другой стоит. Кстати, у меня же есть секретная штука. Да алло! Что это? Так, что вы еще не показали, Миш? Все показали, да? Нет, не все. А не, может, все. Синь. Кстати, я делал такой поршень, типа там жмешь, наступаешь на плиту, активируется поршень один. И что? Активируется поршень, типа вот там Макс стоял, он падает такой: привет, Макс, привет, Макс, привет, Макс. А может сделать 9-этажный дом? А, кстати, может быть, типа хорошая. Во второй дом 9-этажный, ха, идеальный дом. Ладно, Миша, мне кажется... Давай сыграем в прятки. Давай. О, давай в триле под концовку ролика в прятки. Можно, кстати, сделать ролик, типа, как мы в прятки здесь играем. А кто водит? Кто водит? Не, зачем ты, ролик? Ты вот. Давай, зачем ролик? Нет, кстати, вот, ребят, если вы хотите, чтобы мы сделали прятки на этой карте, так что... Не, давай под концовку этого ролика прятки просто, да? Окей. Все, Макс, давай прячься. Я считаю... До 20.
Это уже Макс Геймерплей меня убил. Да, я в курсе. О, Миша, может тебе кстати? Нет, это Макс, зачем? А, блин, я тоже вырезал. Ну, спасибо. Ладно, Миша, ты это вырежешь. Нет. Да. Нет. Мы это вырежем. Я это не вырежу. Я тебя насильно заставлю это вырезать. Нет, я покажу, как ты издеваешься надо мной. Да, он всегда так делает. Ну, прикольно. Над Мишкой Кишкой. Ну чё, Макс, давай я тебе говорю, порт локального сервера. 52. Дальше. 852. Мой девчонок. 52, 852. Ну, где это, балаган? 52, 852. Короче, прятки мы не поиграем. Походу, да. Не будем. Надо потом... Короче, Миш, ты это вырежешь. Нет, я это не вырежу. Вырежешь. Нет, я это не вырежу. Вырежешь. Нет. Вырежешь. Так ты заходишь или шо? Я не знаю, мне кажется, выполняется вход и все. Какой еще раз пол с локального 52? 52, 852. Ну и еще. А, в общем, отлично. Макс! Ладно, все, давай, я опять считаю до 20, а ты прячься. Все, ты это вырежешь. Нет, я это не вырежу. Вырежешь. Нет. Я не буду это вырезать. Все, ладно, Макс, давай, прячься. Я уже спрятался. А, все, можно искать? Давайте так, можно. Дай подсказку, ты под землей или над землей, или на земле? Я сейчас нигде. В смысле? Нигде, это где? Нигде, это нигде. Эй, ты читер! Да даже так я тебя не могу найти, Макс. Я тебя не вижу просто. Давай, я под землей. Под землей? Да. Чё ты мне вражами наблюдателя ищешь, не понял? Потому что, как я, блин, могу найти место под землей, где тебя раскопать? Хотя бы наблюдатели. Просто я так и знал, что ты, блин, под себя прокопаешь, или ты там спрячешься где-то. Не Ой. Понял. Короче, да, Макс. Ладно, короче, я перепрячусь. Все, давай. Ой, я тебя нашел. Привет. Как найти друга? Просто пишите телепорт. Ладно. А, просто ты погоди его к себе. Ладно, давайте, давай уже конец видео. Все, хватит. Слишком долго будет. В смысле долго? Не долго. Нет, давай друг на друга живить. Все, все, Макс. А что друг на друга? Это неинтересно. Пошли в пушку танка залезть. Да, в пушку танка. Друзья, вот так вот мы пытаемся... А в смысле меня подождать, кто будет, а? Что значит меня подождать, кто будет? Да, я сам пушку. О, все. Ты направишь к сюда. О, давай ее запустим, да? Смотрите, друзья, как работает пушка танка. В этом ролике я ничего не буду вырезать, мне лень. О, ништяк. Так. Что ты там пишешь, блин? Я ничего не пишу. Что ты не пишешь? Ух. Хе. Там просто вынесли. Смотрите, как пушка фаерболами шмаляет. Ладно. Все, давай сюда становимся. Надеюсь, давай, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Макса, да, Макс? Нет. Подписывайтесь. Ссылка на Макса в описании. А, зачем? Ну зачем? Всем пока-пока.